подумай о том, на самом ли деле ты хочешь получить контроль над ощущениями, чтобы включать его потом произвольно, так где тебе нужно. Собери. Все причины для того, чтобы научиться чему-то новому сейчас, потому что ты раньше не умела. Некоторое время я возьму тебя за руку, подниму руку на состояние плоскости, некоторое время. И потом ты получишь доступ к контролю своими ощущениями. Я поднимаю руку, да, на время. Очень хорошо, очень хорошо. Хочу, чтобы ты сосредоточилась, поймала тот момент, когда рука начинает застывать в воздухе сама по себе. А ты вот почему тебе важно учиться? Да, очень хорошо, да. Так, почему тебе важно учиться контролировать свои ощущения? Да, сосредоточься глубже, еще лучше. Да, как-то рука застынет. Очень хорошо, да. Так, очень хорошо, и теперь почувствуй, как твоя рука начинает с кончиков пальцев упираться прохладно. Как ты в детстве играла в снежки, брала снег и чувствовала этот холод. Вот сейчас рука начнет наполняться холодом с кончиков пальцев. Холод. Хороший холод. По мере того, как она будет наполняться холодом, она пойдет вниз с той скоростью, с которой холод будет заполнять от кончиков пальцев до локтя. В тот момент, когда она кажется у тебя на бедре, такой хороший и приятный холод заполнит руку целиком до локтя, даже чуть больше. Холод. Такой приятный холод. Ты можешь чувствовать только прикосновение, ничего больше. Очень хорошо, холод, да. Холод, я прикоснусь, чувствуешь холод. Холод, холод, очень хорошо, да, да, очень хорошо, холод. Я буду прикасаться, все, прикасаться, ты чувствуешь только холод, только холод, только холод, только холод, хороший холод, холод, глубокий холод, очень хорошо, очень хорошо, очень хорошо, да, 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 хорошо, хорошо, теперь запомни эту свою способность иметь ощущение. Прямо впитай ее всем бессознательно. Ты научилась очень важному для себя. Будешь пользоваться этим даже где можешь. Сейчас на время твои глаза откроются. Ты посмотришь на свою руку сверху. Посмотришь на эту руку. Смотришь на руку, закроешь глаза снова,
остаются. Я сейчас. Я сейчас тебя возьму за руку, положу руку обратно. Через некоторое время холод начинает проходить. Ощущения руки возвращаются, как обычно. Твое бессознательное распространяет это умение, навык на все остальное. И когда ощущения целиком и полностью вернутся к обычному, ты потихонечку откроешь глаза, посмотришь вокруг, немножко удивленная. Да, хорошо. Спасибо. Спасибо. Сейчас дам вторую. Мне хочется спросить, у меня там шрама не останется. Нет, 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 нет. Спасибо тебе, спасибо. Такая боевая работа. Давайте поаплодируем, как вы помогаете сами. Спасибо тебе за смелость.